одна из моих любимых палеток, получается, производство Польша. Раньше она стоила 1620, сейчас она 2620 стоит. Любимые импортные средства для макияжа теперь сильно бьют по карману, но визажист Аймура Бабаева пока не планирует искать им замену. Поэтому вслед за ценниками на декоративную косметику пришлось поднять и стоимость услуг. В любом случае цену мы подняли, хоть не намного, но подняли, потому что если, я думаю, мы поднимем намного, макияж будет как золото, да. Свадебный образ он дороже, а вечерний он, конечно же, дешевле. Раньше 3500 был, сейчас 4000. Красота требует денег, и в последнее время все больше. Парикмахерские услуги тоже выросли в цене. В особенности это коснулось окрашивания. В этом салоне красоты в Новом Уренгое поменять цвет волос стало в среднем на 15% дороже. Работают мастера на итальянских красителях. Стоимость где-то 35-40% точно на красители поднялась. Поэтому пришлось как бы увеличить прейскурант. Ну, тут зависит от того, сколько уходит на волосы красителей, и от этого как бы и цены поднимаются. Косметолог-эстетист Алина Примак использует в работе российскую косметику, но и она подорожала. Бренды хоть и отечественные, а вот ингредиенты зарубежные. Перед предпринимателем также встал вопрос, поднимать ли прайс. К этому решению Алина подошла аккуратно, дабы не напугать клиентов. Когда я проводила мини-опрос у своих постоянных клиентов, вот как бы вот, как вы смотрите на то, если я подниму цену, мне говорят: да, Алин, конечно. Конечно, потому что мы понимаем, ведь на все цена растет. Это у нас препараты разных производителей: Италии, Германии, Франции. И пока все в наличии. Препараты для уколов красоты в косметологическом центре успели закупить по старым ценам. Поэтому и прескурант остался прежним. Увеличить губы, например, стоит от 12 до 18 тысяч рублей в зависимости от филлера. Поставщики утешают, что дефицита инъекционных препаратов не будет. Но возможны задержки из-за трудностей в логистике. А дальше мы будем смотреть по ситуации, что делать, еще сами не знаем. Возможно, мы оставим то, что у нас есть. Всех полностью все устраивает, и врачей, и пациентов. А если все же цены будут расти, то будем искать какие-то альтернативы. Сейчас море хороших препаратов, я думаю, что найдем. Эля Даудова еще несколько лет назад начала переходить на российских производителей и не прогадала. Говорит, качество ничуть не хуже импорта. Экономическая ситуация лично ее не заставила пересмотреть стоимость на маникюр с гель-лаком. Держит цену на среднем уровне 2000 рублей. В целом мастер ногтевого сервиса сохраняет оптимизм, вспоминает, в пандемию было намного хуже. В пандемии, во-первых, мы не работали, а во-вторых, ценник был бешеный на одноразовый расходный материал. Если простым языком говорить, то это прям такая лайтовая версия сейчас всего происходящего. Ничего страшного. Люди как делали маникюр, так и делают маникюр. А мы как работали, так и работаем. Что касается потребителей бьюти-услуг, то многие не готовы отказываться. От радости преображения представители индустрии красоты не отмечают резкого снижения спроса. Во все времена женщины стремятся быть ухоженными и красивыми, чего бы им это ни стоило. Юлия Мурева, Светлана Лач, Роман Лузанов. Время и мало. Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард.